Всем привет, ребят! Перед началом видео извиняюсь за посторонние звуки из-за моего кота. Также извиняюсь за освещение немножко и за мой голос, поскольку я болею. А сейчас я нахожусь дома одна. Мои родители на работе, а бабушка ушла. Вот, и мой кот, он очень любит бабушку мою. Вот, и как бы, ну, он ее, можно так сказать, сын, и вы не понимаете, если вы... Это был ваш кот, вы понимали. Вот, то есть, как бы, и он сейчас будет мяукать. Но я так думаю, то, что вам это не помешает смотреть. Вот. Я пробовала снимать сегодня видео утро, но не вышло, поскольку я очень сильно кашляла утром. И мне не понравилось, как я засняла. И я решила заснять видео... Небольшой влог с Реборном Тёмочкой. Кстати, как вы знаете, ну как бы я не помню, говорила вам, я буду заказывать куколку Реборн от Молда Камбер, если я не ошибаюсь, девочку. Это будет настоящий Реборн, то есть не китайский, как Тёмочка будет. И когда она приедет, я сниму вам распаковку. И про мини-реборнов я больше не буду снимать видео. Вот, поскольку... Ну, блин, я просто не знаю, что с ними можно снимать. И как бы... В общем-то, вот. Тёмочка сейчас лежит. Вот. Когда я не снимаю видео, Тёмочка тут и лежит. Ну, иногда я с ним там играю, ну, типа, все такое. Он смотрит в окошечко, такая вот у нас погодка. У нас очень много снега. Тут елочка. Такая вот. Вот. Тут письмецо для Деда Мороза. Ну, как бы якобы. Вот. Покажу эту кисю, этого Гарфилда, который кричит. Ты кричишь? Вот. И давайте покажу, во что Тёмочка одет. Он со своей любимой сосочкой. Вот. Значит, он одет в ботик с длинным рукавом. Вот такие ползуночки, естественно, в памперсе. На памперсе я одела трусики. И в носочках. Вот. Сейчас мы Тёмочку с вами покормим. Он будет кушать молочко и супик. Вот такой вот детский супик он будет кушать. Значит, Тимасик супика не захотел. Он сейчас у меня на ручках. Супика он не захотел, так что он будет пить молочко с яблочком, наверное. Вот, ой, сосочку. Вот. Вот так вот. Кстати, кому интересно, что я одета в Юникор, да, в пижамку, дома я хожу как бы в домашней одежде, вот, так что, в принципе, на это не обращайте внимания, вот, так вот он лежит, зайчик мой, ой, пусть. Вот, сейчас попробую снять нас, опа, вот. Не знаю, видно или нет. Вот. Вот так вот. Так что, вот так вот, скорее всего, Тёмочка заболел. Вот, или просто уже устал. Надо на дневной сон. Сейчас мы включим мультики. Для этого я возьму iPad. Он зарядки. Вот. И включим мультики. Вот я включила ему так мультик про машинки, и Тёмочка смотрит. Сейчас он посмотрит мультики и будем кушать. Тёмочка очень любит смотреть про машинки, поскольку он мальчик. Вот. А тем временем, пока Тёмочка смотрит свой мультик про машинки, я смотрю на телевизоре Disney. Тут идет сейчас
такая сказка, можно так сказать. Вот. Я смотрю без звука, чтобы не мешать Тёмочке, но, в принципе, так тоже интересно. Кстати, пишите в комментариях, нравятся ли вам вот такие вот видео с Рэбором, именно влог. День с Рэбором, влог с Рэбором. Пишите в комментариях. Естественно, это не весь день из нашей жизни. Это такая небольшая половинка, поскольку весь день это будет очень долго. Да, вот так вот. Итак, вот Тёмочка уже посмотрел мультик. Садись, Тёмочка. Вот, и сейчас мы будем кушать с Тёмочкой. Вот, всё-таки он просто молочко, поскольку утром он сегодня очень сытно позавтракал. Он позавтракал кашкой манной. А манная кашка, я сделала такую водянистую. Вот он будет кушать сейчас молочко. Вот. Вот, будем кушать. Вот. Ну, мы, наверное, покушаем и будем уже ложиться на дневной сон. Вы увидите, как я укладываю Тёмочку на дневной сон. Вот. Вот так вот. Покушали мы, да? Ой. Мы не всегда с Линявчиком кушаем, а ну, чаще всего с Линявчиком мы кушаем утром, поскольку Тёмочка только проснулся, и он может не перевариться у него пища. И когда мы кушаем там супчики, именно такое из тарелочки. Вот. Девочки, вот мы большие. Сейчас мы будем укладываться спать. Вот нашим пледиком. Так вот. Лучики обязательно вытащите. Вот. И сосочку. Вот. Спи. Ну и все на этом. Всем пока-пока. Чималька уснул у нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите обязательно комментарии. Если на нашем канале будет 100 подписчиков, то я устрою конкурс на мини-реборном.